Раньше его проводили в Дагомысе, теперь площадка переедет в другое место. Детали организации фестиваля «Вся Россия» сегодня обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьев. Очень сильная журналистика на Кубани, очень много интересных проектов коллеги делают, и я думаю, перспектива еще более интересна, потому что мы традиционно, Союз журналистов проводит здесь наш фестиваль прессы «Вся Россия». Такого нигде в мире нет, чтобы собирались со всей страны такое количество журналистов. На фестивале журналистов ждут мастер-классы. Вениамин Кондратьев отметил, что такие мероприятия очень важны, так как работники средств массовой информации должны держать самую высокую марку. Запрос общества очень простой – на объективную журналистику, на честную журналистику, на журналистику незаказную. У нас одни общие задачи и одни общие проблемы. И мы вместе с журналистами, нашими краевыми, ищем пути и способы решения этих проблем. Вот поэтому мы и вместе. Поэтому у нас полное взаимопонимание, потому что мы с ними говорим на одном языке. Наше кубанское журналистское сообщество, оно в авторитете у жителей нашего края. Почему в авторитете? Потому что я уже сказал, что такое журналистика – это образ жизни. И у нас сегодня журналисты со стержнем, на самом деле, идут на ситуацию, не исходя из какой-то конъюнктуры и проблемной в том же ситуации, а исходя из понимания того, что эту проблему нужно решить. Кроме этого, Вениамин Кондратьев и Владимир Соловьев обсудили создание на Кубани Дома журналистов. Здание уже подобрали, оно находится в самом центре Краснодара.